Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь в Ашане в Краснодаре в магазине Мега. Находится этот магазин в Адыгее. У нас сегодня 2 ноября и уже начали продавать всякие игрушки к Новому году. А в ваших магазинах уже продается что-то к Новому году? Смотрите, абсолютно все мишура. Всякие гирлянды, шарики, фонарики, елки. Смотрите, какие милые фигурочки для украшения дома. В этот магазин, в Мегу, приезжают закупаться со всего Краснодарского края и Адыгеи. Большой выбор елок. А я вам предлагаю начать с основных видов продуктов, которые покупают абсолютно все. Ну, например, в Ашане есть такой бренд «Каждый день», который производит дешевую продукцию. Про качество ничего не могу сказать, но, допустим, вот молоко такое 32 рубля. Кореновка у нас по 49 рублей. По 45, по 36 майкопская, агрокомплекс по 41 и активия термостат. Так, повыше жирности 48. Пошлите посмотрим кефирчик, сколько он у нас стоит. Тоже посмотрим с Кореновского. Кефирчик Кореновского 46 рублей. Кубанская буренка 49, 50, 55, ну и так далее. Сметанка 86, 61. Вот такие цены. Кстати, вы можете посмотреть мое видео с Черноморского и с Азовского побережья, посмотреть, какие там у нас летом в туристический сезон цены на те же виды продукции. Сыры в Ашане, конечно, не дешевые. Например, сыр российский 479 рублей. Ну, сколько вот такой кусочек, например, выйдет на 140 рублей? Ну, тут нужно выбирать все, конечно. Сыр костромской, кусочек за килограмм получается 461. Также разные виды сырной продукции. Творожки всякие сырные на бутерброды. Вот в такую цену у нас. Брынза. Разный творог, обезжиренный 42, 50, 59, 49, 38, 51. Вот такой вот в упаковочках 136, 114, 124, 132. Такой вот. Пишите, а какие цены на продукты у вас. Ну что ж, посмотрим, в какую цену нам обойдутся фрукты и овощи в ноябре
Краснодаре, например, яблоки 38, симиренко 59, стар кремион какой-то 73, яблоки гала 39, яблоки айдарет, голден по 35, по 45, яблоки кубани желтые 63, по 80, по 46, по 44, 61, 65, 69, 53, 47. Ну, вы, собственно, сами видите. Груша 124, 149 и выше цены. Разные сорта. Бананы у нас по 54 рубля из Гватемалы. Картофель у нас по 12 рублей за килограмм. Есть, который на вес, по 22 рубля в сеточке. Морковь по 12, по 17, по 26, мытая по 29, свекла 12, лук серебристый 36, перец у нас по 55, красный 166, желтый 222 и оранжевый, соответственно, кабачки по 75, кабачки цукини по 92, баклажаны по 66, редька по 32, кукуруза, цена за штуку 25 рублей, тыква по 24 за килограмм, редиска, смотрите, какая свеженькая прямо, редис у нас по 71 рубль, зеленушечка разная, петрушка 32 за 100 граммов, укроп 13 рублей лоточек, 19, 23, лучок по 22, ну и разная зелень. Салат листовой 31, 67, 86. Шампиньончики по 147. Маленькие, правда. Огурчики у нас в цену 115 рублей, такие тепличные. Огурцы среднеплодные 107 рублей. Огурцы вот есть по 69 даже. Огурцы короткоплодные 115. Томаты у нас тепличные по 79. Томаты мини 216. Томаты черри 115. Томаты сливовидные, которых тут нет, 151. И в ноябре у нас еще продают арбузы, написано, что российские, 33 рубля за килограмм. Сливы 182, виноград черный 113, виноград фасованный, два сорта, 113 за килограмм, планшеточка. На вес не знаю, сколько она выйдет. Гранат 85 рублей. Хурма 75 рублей, отдел со свежей рыбой, различные полуфабрикаты, пельмени, свежие хлебобулочные у нас здесь изделия, выпечка,